цельтесь, цельтесь, просто цельтесь. Сделайте вид, что вы стреляете, да? Я работала обычным менеджером, но сейчас я решила, что нужно все-таки защитить нашу страну, свой дом, свою семью. Я понимаю, что я, может быть, не попаду в цель, но я хочу хотя бы получить минимальные навыки владения с оружием. И, как я говорю, может быть, я все-таки буду полезна. Вот. Ниже. Да, давай, 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 давай. 5 патронов у тебя. Да. Здесь я потому, что ко мне пришли в дом те, кто были не рады. И я считаю, что это должен сделать каждый, кто может оказать сопротивление. Потому что это наш дом, и мы должны его защищать. Чому ми робимо? Бо це наша країна. Тому що ми по-іншому не можемо. Це ж наша країна, а як же ж? Хто ж допоможе нашій армії, як не ми? When we first came here, we were really impressed how many people were here. And all these people just dedicated their own time, their efforts and also some money, because many other things have to be bought here. Ну, собственно, это было.